Наш образ для Светланы Устиновой получился безумно интересный и кинематографичный, и он, на мой взгляд, идеально подходит для внешности природных данных Светланы. Мы подчеркнули глаза, сделали огромный распахнутый взгляд, благодаря тому, что мы подвели стрелкой и нижнее, и верхнее веко, и сомкнули ее во внешнем уголке глаза. Также окрасили ресницы многослойной черной тушью. И сделали матовыми губы, и благодаря тому, что с нами сегодня работал прекрасный мастер по волосам Марина Милентьева, у нас получился достаточно смелый, интересный и красочный образ.